Давайте сегодня поговорим обо всем, сразу предложил Владимир Путин Рустаму Миниханову. Казахстан у нас по очень многим параметрам традиционно занимает первые позиции. Но, как всегда, как везде, есть и сложные вопросы, нерешенные проблемы. Давайте поговорим обо всем. Рустам Миниханов традиционно доложил о социально-экономическом развитии республики и результатах работы за 2016 год. Индекс промышленного производства в Татарстане 103,6%, валовый региональный продукт 102,5%. Инвестиции в основной капитал, село, значит, жилье. Зашла речь о том, как решается вопрос в Татарстане с обманутыми дольщиками. Вкратце о мерах, принимаемых правительством Татарстана для защиты людей, Рустам Миниханов также сегодня доложил Владимиру Путину.